Депутаты утвердили положение о присвоении звания почетного гражданина Орехово-Зуевского городского округа. При этом все звания, которые до этого были присвоены в Орехово-Зуеве и городах бывшего Орехово-Зуевского района, сохраняются и приравниваются к нему. 35 человек решением совета назначены сельскими старостами. На заседании депутаты получили информацию о программах, которые планируется реализовать в 2020 году. Это газификация сельских населенных пунктов, ремонт медицинских учреждений и закупка медицинского оборудования, капитальный ремонт многоквартирных домов и ремонт подъездов. Основные средства сегодня направляются на экстренное строительство и ремонт учреждений инфекционных больниц, оборудование соответствующее. Естественно, в наших программах, которые формировались в конце 2019 года, это вообще даже и близко не учитывались. Конечно, будут изменения, но тем не менее опыт показывает, что то, что было спланировано, пусть с какой-то небольшой отсрочкой, но в обязательном порядке всегда реализовывается. В связи со сложившейся ситуацией депутаты приостанавливают работу с жителями в непосредственном контакте. Общение будет проходить только по электронной почте или с помощью СМС-сообщений.